Привет тебе. Продолжаю тему «Хутология. Апартаменты моего тела чужими телами». Апартаменты одежды чужими телами. Апартаменты аксессуаров чужими телами. Доказанное естество жизнедеятельности за пределами этого места. С последнего слова последней серии «Сырдон», нарский эпос, «Кутх». Кутх – это варуна, варуна-каркущий бог, хранитель мирового порядка, бог судьбы, всеведущий бог в Ригведе. Позже варуна – владыка ночи, властитель запада, верховный бог, вытеснивший Дьяуса. Здесь, кстати, есть могила человека по имени Лияус, а варуна вытеснил Дьяуса. Дьяус тоже был богом. Вот такое совпадение. Позднее варуна стал богом мировых вод, хранителем справедливости, варуна – грозный судья и каратель людских грехов. В период эпической мифологии варуна стал богом океана. Кутх – это коряки и тельмены, Камчатка, Чукотка, Северная Америка, Азия и Дальний Восток, НТВ+. Один из мифов повествует, будто раньше солнце, луна и звезды, а раньше они считались светилами, находились в мечах, в пуговицах, в жилище женщины-духа, Ше-Ренга. Поэтому в мире было раньше темно и холодно. Но ворон решил освободить светило, солнце, луна и звезды. А ворон считается создателем всего сущего. Для человека это планета Земля. Но в этом мифе не посчитана планета Земля как засветило. Ворон никак не мог попасть в ярангу, в шеренгу, в пуговицы, в мечи женщины духа. Металлические пуговицы, стальные пуговицы от холода были настолько крепки, что туда было сложно попасть даже когтистому ворону. Тогда он решил превратиться в хвоинку дерева и упасть в воду. Женщина-дух решила испить из воды ведром и напиться. Ненароком она поймала ворона . Но этим вороном была хвоинка. Придя домой, женщина расстегнула ярангу, расстегнула ширингу и решила испить из ведра воду вместе с вороном хвоинкой. Она решила расслабиться от бремени оков когтистого клюва, ледяных когтей жизнедеятельности. Через некоторое время боги отвели ей время. Она поняла, что беременна, и родила из хвоинки ворона. Почудившись новорожденному, ворон, чуть-чуть подросший, попросил мечи, то есть ярангу, ширингу, пуговицы, которые она часто расстегала, придя домой в свою избу. Получив эти пуговицы, ворон учуял в них эту наглядную, зловредную силу чужих светил. Солнце, луна и звезды женщины духа находились в опасности. Чтобы ее освободить, он взял поиграть эти пуговицы иранги. Он получил их в свои руки, понял, что в них естествует
атрибут, игра, он разорвал клювом оболочку Иранги и выпустил светило наружу. Таким образом, мир приобрел тот вид, которому пришло сегодняшнее слово. В данном случае это я-концепция, сложный вид жизнедеятельности. По легенде, ворон летает до сих пор по земле черный, и его палит солнце. Далее. Селяне Хонсю и Хоккайдо. Хонсю считается более ласковым селом, Хоккайдо более диким селом, как предыдущая ниже изложенная мифология. Селяне считают, что оборотнями лисы используют свои возможности, которые обычно они приписывают обоюдо вместе с людьми, когда обворачиваются на шабыше друг другом. Лисы включают способность вселяться в чужие тела, как ниже описанные тела иранги, пуговицы, светила, солнца, луна и звезды. И нужнички. Нужнички для человека – это одежда, на которую он часто скапливает деньги. Буква «Йо», другим словом. Разблокировка, блокировка. Лисы включают в этой разблокировке и блокировке вдыхание или иначе создание огня либо дыма. Без дыма не бывает огня, без искры не бывает огня. Лисы включают появление себя в чужих снах. Лисы включают способность создавать иллюзии в чужих снах. Селяне Хонсю и Хоккайдо видят, одни смотрят, другие читают столь сложные иероглифы о лисах. Они считают, что лисы почти неотличимы от действительности, особенно по осени. Желтая листва почти неотличима от шубки лисы, которые привыкли по поверьям жить люди. Некоторые из сказаний быляков заходят еще дальше. Селяне Хонсю, которые смотрят, и Хоккайдо, которые читают иероглифы, говорят языком о кицуне и считают, что кицуне – это антропоморфные мифологические животные. Они имеют способность искривлять пространство, они умеют включать выключатели, наподобие как карантинная маска сегодняшнего слова – коронавируса, где маска оставляет на лбу свой след. Это есть искривление пространства, но не все это понимают. Но мифология Хонсю и Хоккайдо это понимала. Маска, которая где-то вспыхивает, а где-то утихает. Искривление пространства и времени. Искривление наподобие белой косточки в маске сводит людей с ума. А в древности лисы, которые могли искривлять пространство и время, сводили с ума и людей, и скот, и домашних животных с ума, и те, подобно предыдущей истории женщины из Иранги, где светило, не могли успокоиться и чувствовали ощущение чужой плохой жизни Боткова Ширтки. Также обвиняли в этом лис кицуне, но обвиняли их не настолько настойчиво. Они знали, что лисы умеют принимать нечеловеческие, человеческие и фантастические формы. И поэтому где-то лисы считаются друзьями, а где-то врагами.
Скорее всего, в Хоккайдо, которые читают иероглифы, их считают врагами, а Хансю, которая смотрит на себя, как я, селфи-концепция, считает их друзьями. В этом есть спор я-концепции, все виды конфликтов жизнедеятельности. Буква Йо – конфликт, блокировка, разблокировка. Китсуна может принимать вид дерева неописуемой высоты. Зачастую дерево – это считается лист. Желтый лист, оранжевый лист, клена, либо любого другого дерева. У селян Хонсю и Хоккайдо считается, что дерево неописуемой красоты и шубка лисы, нос лисы, все естество лисы – это луна на небе, то есть светило из предыдущей ниже описанной истории. И даже двух историй, будущей истории, истории про ведро осетинской мифологии. Селяне изредка приписывают китсуны характеристики положительные. Зачастую люди идут с ними на компромисс и находятся в полном естестве в том, что в жизнедеятельности много вампиров. И вампиры это действуют. Как бодки ширка, меняют иероглифы местами в письменах, в летописях. Делают они это, конечно же, специально. Лисы умеют включать выключатели. Лисы питаются жизненной силой мяу-мяу. У кого есть домашнее животное, тот может понять, как домашнее животное сходит с ума. Сходя с ума, человек впадает в мистерию. К примеру, данная жизнедеятельность, автор видеодневника, 3 года живет и не включает свет в огромном небоскребе. Коты – это опасное животное, они – кленовый сироп, и мистерии автора видеодневника зачастую посещают. И мифология Хонсю и Хоккайдо может официально открыть лица преступных группировок жизнедеятельности людей, которые пытаются обсираться об данные красные поля и зловредно действовать напрямую на все жизнеобеспечение домашнего жита. Но по поверьям, былики рассказывают, вампиры-лисы высасывают музыкально-духовную силу людей. У людей сводят ноги, у них появляются судороги, особенно в местах тепла. В данном случае, в сегодняшней жизнедеятельности, это батареи и трубы, а раньше это был огонь, печка. Скотина, которая находилась рядом, также впадала в блуждающий рассудок. В сегодняшнем слове, к примеру, у гуляющей собаки, это белые глаза. Глаза нормальные почти ушли в мозг. Дома тоже случается такое, с силой жизненной мяу-мяу. Но люди ничего не могут с этим поделать. Они обвиняют друг друга, все виды конфликтов жизнедеятельности естествуют. Виновные везде найдены, но их невозможно наказать, так как они являются хитрыми лисами и действуют на расстоянии с помощью йо-мобилей. Раньше по мифологии естествовали искривление пространства, времени и градаций. Градации были морального толка, мистерии морального толка. И нередко селяне ставили пиши, читай, говорит на английском. Ставили под подозрение родственников из заговора. Это все члены семьи, родители, тети, дяди и ниже описанные в предыдущие года, лето жизнедеятельности. И по логике их, естественно, обвиняли, и этой обвинительной тяжбе по отношению друг к другу была своя градация морального толка. Это безусловный факт, йо-мобиль, вся мистификация буквы йо, а это будущая тема «Колесо Балсага», с искривлениями градации морального толка, то, что останавливает, то, что должно пропускать, но останавливает, происходит при постоянном поверье быликов в вампиризм китсуны, при том, что и те, и другие разумные жители не считают китсуны врагами, с которыми селяне вступают в контакт, но этот контакт
является только среди людей. Вульпость джипоника Шпенски обступает все виды конфликтов жизнедеятельности и поправка, пиши, читай, говорит на английском, популяризированные ублюдки, шакалы, которые будут в будущем ниже описаны, конечно же, понесут свое наказание, пиши, читай, говорит на английском, в так называемых джинсах сегодняшнего слова, это яранга, светил, солнце, луна и звезды. Человек сам поймет, насколько, пиши, читай, говорит на английском, шакалы жизнедеятельности, которые пытаются помешать доброму слову, страдает и находится в ущемлении и защемлении половых органов. Далее, по поверьям, японцы, селяне, хансю, которые смотрят на себя, как в зеркало, в отражении воды, и хоккайдо, которые читают иероглифы. Японцы, селяне обитают по обе стороны. Их объединяет кицуне. Считается, что кицуне есть охранители круглых или грушевых объектов. Пиши, читай, говорит на английском и делает особенное ударение, что это особенно важно. Под наименованием Хосинотама, то есть звездный шар. Что это значит? Что в сегодняшнем слове, к примеру, в небоскребах, поправка, пиши, читай, говорит на английском, в небоскребах, как поправка, пиши, читай, говорит на английском, в небоскребах, в которых обитают люди, звездным шаром называется простой кран, ручник, который можно поднять, польется вода, повернуть влево, польется горячая вода, красный кружочек, и вправо польется холодная вода, и опустить звездный шар Хосинотама. К слову, всем животным, которые населяют эти небоскребы и отдельно населенные дома, этажи, Хосинотама очень помогает. Эти объекты напоминают и лампочки, и плиты, на которых готовится еда, электроплиты. Пиши, читай, замечает и говорит на английском. Круглые или грушевые объекты под наименованием Хосинотама, то есть звездные шары. Селяне говорят, утверждают, что завладевший, поправка, пиши, читай, говорит на английском, что завладевший этим шаром может заставить кицуне помогать себе по жито, по дому. Одна из теорий утверждает, что кицуне засыпают часть своей магии в шар Хосинотама. При всем опыте знаний заклинательного толка к превращениям. Что это значит? Другими словами, пиши, читай, снимает шляпу, одевает ее вновь, говорит на английском, что Хосинотама в жизнедеятельности – это некая процентная доля превращения заклинательного толка из Японии, где естествуют лисы. Лисы, превращенные из деревьев, которые даны человеку, звездные шары. Селяне считают, что кицуне достаточно нравственное, но местами считается, что лисы обязываются сдерживать свои обещания. Иначе в своей магии шара Хосинотама им придется нести наказание. Лисы очень нравственные в градациях морального толка. При виде снижения своего ранга нравственности они выходят из игры, и их уровень силы упадает. Люди говорят, что лисы начинают учиться превращением, градациям морального толка, заклинательного характера круглых и грушевых объектов, где они являются охранниками, и человек может с ними подружиться. Их возраст считается 100 лет, где-то их возраст считается 50 лет. Хосинотама. Кицуне связаны с синтаическими, так и с буддийскими
верованиями. Все то кицуне ассоциируется с Инари, божеством, покровителем рисовых полей и торговли. Кстати, пиши, читай, говорит на английском, залежи риса у автора видеодневника имеются. И на Хэллоуин будет выставлен 5-килограммовый, 10-килограммовый мешок риса, и будет описана история Хэллоуина под лисовые оркестры. Лисы – это ассоциация с божеством, которое издали напоминает кошку. Домашнюю кошку из сегодняшнего слова. Изначально лисы были посланниками Цукай, божествами, которые были в поверьях Хонсю и Хоккайдо оборотнями, демонами и вампирами, которые способны были к вселительству, но их под... Пиши, читай, говорит на английском, но их подразделяли на две лисы. Между ними всегда была разница, но по поверьям она включалась размытой разницей. Бог Инари изображался в виде лисы, но напоминал кошку сегодняшнего слова. Черные губы, черные уши. Картины в буддизме получили известность благодаря популярной в Японии школе тайного буддизма Сингон. Одно из главных божеств считается божество под названием Дакини. Он изображается ездящим по небу верхом на антропоморфной мифической лисице Вульпес Вульпес Джипоника Шренски. А это гравюра «Девятихвостная лиса». Бодка атакует, нападает на князя Хантзоку. Работа над ошибками будет выполнена через 4 дня. В японском фольклоре считается, что любая лисица, которая положила достаточно долго на земле, может считаться лисьим духом. Там же существует два основных вида кицуне. Один из существ включает са как мебу, а он есть божественная лисица. В селениях часто ассоциируется с Инари. Другая, но гицуне, лисица, описывается как дикая лисица, а дословно полевая лисица. Часто включается как злая, имеющая злой умысел лисица. Деловитые существа. У кицуне селяне Хонсю и Хоккайдо насчитывают по 9 хвостов. В целом считается, что чем старше лисица, тем сильнее, пиши, читай, говорит на английском, она, тем больше у нее хвостов. В селениях Японии некоторые источники утверждают обычай, где кицуне может даже отращивать дополнительный хвост каждые сотню или тысячу лет своей жизни. Там же на родине лисиц лисы встречаются в сказках почти всегда, обладают одним из 5 или 9 хвостами. Когда кицуне представляются с 9 хвостами, их мех становится серебристым, белым или золотым. Эти 9-хвостые существа имеют силу включать бесконечную проницательность. 9-хвостые существа имеют наименование Кобю но Кацуне. На еще одной родине лисицы в Корее селяне говорят, корейцы, что лисица, прожившая 1000 лет, превращается в мистическое животное – кимоха. Дословно понимается, как 9-хвостая лисица. Корейское лицо, как правило, изображается злой, в отличие от японской лисицы, которая, по убеждению селян Хонсю и Хоккайдо, более благожелательное существо. Так или иначе, у родственных узких селян Хонсю и Хоккайдо также не отвергают когерентную ипостась атрибутики, атрибутизма животного мира
кицуны. Буквально недоброжелательность, боткий ширка, трикстер, вор, мошенник, холодильника из автодома. В китайском фольклоре также есть лисьи духи, включены селянами мистических провинций в наименование Хули Цин, существа с китайских цивилизаций, во многом схожие с японскими кицуны, лисица, обладающая возможностью включаться в действительность обладания девятью хвостами. Пиши-читай отмечает, девятихвостые лисицы описываются как духи-хранители, помогающие юным заблудшим душам на их пути в текущей инкарнации. Девятихвостые лисицы Кубино Цуне – существо, которое может включать отопление заблудшим, но лишь ненадолго, лишь на несколько дней, но в случае привязанности к одной заблудшей душе может сопровождать ее годами. Селяне Ханцю и Хоккайдо считают это явление редким типом поведения оборотня. Оборотни, они вселяются в одежду, они сидят в чужих рубашках, используют дырочки во воротниках, они называют это ноздрями. Демоны, вампиры, лисицы вампира, но зачастую это пхуты, бодки, ширка из йо пространства. Йо – это береза. Торжественный момент для заблудших душ – это награждающих их случай быть одним из счастливчиков счастья, поймать подлеца за преступное действие, своим присутствием включать, спешить на помощь против бодких пхуты, заблудшие души, мистические существа Куби но Кацуме. Они могут управлять явлениями природы, ветром, пространством, искажением и временем и уводить людей и их скотину, их домашних животных в иные миры. А за домашними животными мчатся толпы неместнического населения. Все они естествуют своими пальцами, руками в ярангах, зацепились за это место и зубами, губами, подбородками, буквально ртами совершают грех. Грех, как описывает Падре из фильма «Земля мертвецов» и «Рассвет мертвецов» Жоржа Ромеро. Грех – это то, когда один объект в известном месте становится не таким великим и большим, как это было до этого, откуда те вскоре возвращаются мудрыми, глубокими стариками. Но, как правило, такие лисы, как Кюби но Кацуме, редко вредят людям. В некоторых историях кицуны описывают сложности с прятанием своего хвоста в человеческое обличие. Включаются заклинания, обычно лисы в историях селян Ханцю и Хоккайдо имеют всего один хвост, что может быть указанием на слабость и неопытность лисы. В сказаниях по поверьям внимательный герой может разоблачать обвернувшийся человеком, либо человеком, который естествует где-то из прошлого, с усталости, с работы, группой людей, киногероев, героев всяких гала-концертов, которые оборачиваются пьяными людьми, сборищем мутантов. Они матюгаются. Неосторожную лисицу, которая разглядела шабаш, они видят сквозь одежду, видят ее хвост. В японском фольклоре лисица кицуна часто считается трикстером, обманщицей, иногда при всем при этом очень злыми, мистическими, мстительными лисицами в Японии наименуются как кицуны, то есть обманщик, оборотень, демонический культурный герой, вампир, обманщик при помощи бодкости использует свои магические силы для своих шалостей. Все шалости ниже описаны. Все они являются исключительно тамагуной, секс по телефону,
и тому подобными включениями, о которых будет еще много ниже описанных фактов, историй из жизни, где группа естеств мешает одному естеству при помощи искажений пространства и времени наподобие сегодняшней коронавирусной маски для защиты от болезни. В сегодняшнем слове это все. Будет сделана работа над ошибками в следующей серии. Пока тебе!